С того еще самого момента, пока я не был мотоциклистом, меня всегда интересовал вопрос, а зачем вообще нужны трициклы? Для кого созданы аппараты, которые перемотоциклы, но не до машины? Вот какая в них суть? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с нашей командой «Бородатой езды» выехали на, между прочим, российский юг, куда вы все скоро тоже поедете, сезон начинается. И сегодня я расскажу вам про Can-Am Spyder F3, и КНМ Райкер. Погнали по серпантинам. Погнали в Абрау-Дюрсо. Пьем шампанское. Гуляем по набережным. Променады, шашлыки. Это все русский юг. Ахмед, Геворг. Все здесь. Я просто специально эту дорогу выбрал, потому что по трассе, ну вот, вот она, и жопа загуляла, и стабилизация включилась. Но перед тем, как ответить на наш основной вопрос, давайте, в принципе, присмотримся и с технической точки зрения разберемся, что же такое трицикл. Трицикл – это... Хороший трицикл, это мотоцикл, хотел сказать. Ну, по сути, да, мотоцикл, у которого впереди находится два колеса. В отличие от мотоцикла, у которого колесо одно, насколько мы все с вами знаем. Производятся они по факту, они же производятся только BRP, больше никто же не делает трициклы. Серийно производится только компанией BRP. И больше никто этим не занимается. Потому что рынок, на самом деле, основной потребление этих трициклов – это Америка, это Канада, ну, Европа, Россия. В России такие мотоциклы покупают очень редко. Существует, в общем-то, на самом деле, по факту, два класса, если можно так назвать, туристический и такой, не знаю даже, как сказать, более городской, спортивный, более такой дерзкий, молодежный. Давайте сначала поговорим о туристическом классе. Так, ну что, начнем с модели F3, ребятки. Могу вам так сказать, я на эту штуку сел и сразу поехал. Ну, то есть, конечно, после мотоцикла это, ну, никакого привыкания не требуется. Единственное, что надо делать, все полностью наоборот. То есть, если вы хотите ехать и поворачивать, то вам надо как бы руль поворачивать в сторону поворота, а не отжимать, как на мотоцикле. И телом тоже надо, соответственно, в поворот наклоняться. Ну, вообще, это не необходимо. То есть, эта штуковина такая достаточно устойчивая, да? Ну, как достаточно? Она устойчивая, прям откровенно. И можно об этом вообще не париться. Вот в этом смысле, конечно, очень круто то, что вы просто не паритесь. То есть вот эти ощущения мотоциклетные, вы все их получаете. Но вы не паритесь абсолютно по поводу баланса, остановки, там, по поводу того, чтобы руки были на руле где-то там, когда это нужно, да. Здесь музло можно включить, это все есть на камере, да, когда музыка работает у меня. То есть, ну, вы едете и просто кайфуете, короче, и постоянно привлекаете внимание. Если вам нравится техника, которая привлекает максимум внимания, это вот как раз одна из таких штуковин, которая вам настроение будет все время поднимать, потому что, ну, все будут на вас смотреть. Как она едет, ну, сейчас вот мы выберемся отсюда, я вам обязательно покажу. И как передачи переключаются, и вот это все. Вот у меня, видите, нога на тормозе.
Это, конечно, мне не очень удобно. Я просто не понимаю, нафига нужен тормоз ногой, потому что, видите, вот так на площадку я ставлю ногу, и мне удобно, я отдыхаю. Если бы у меня был обычный вот здесь рычажок, я бы тормозил и вообще ни о чем не думал. А так мне приходится вот так, ну, как бы ее придерживать. Блин, ну, короче, вообще неудобно вот это. Вот это мне не нравится. Вот, в остальном, ну, максимально просто. Коробка работает по какому принципу? Она... Вот здесь у меня ручки, вот видите, плюсик-минусик, плюсик-минусик, передача вверх, а вниз, когда доходит до низких оборотов, она переключается, вот сейчас щелкнет сама. То есть вниз переключаться не нужно, все максимально просто. Но если вы, конечно, дубасите там, и если вам хочется пожиганить, то... Она позволяет и вниз переключаться для того, чтобы там какие-то обороты поддерживать для динамики и прочее. Блин, господи, я вообще как-нибудь выберусь отсюда или нет. Просто, блин, задолбался уже ехать за этими тачками. Вот, но на серпантинах есть интересная особенность, так как сила вращения, она вокруг вас находится, а колеса 2, вы можете как бы очень круто резать углы. Она очень маневренная. На современных моделях, вот это просто уже предыдущее поколение, сейчас новое вышло, на современных моделях там прям электроусилитель стоит, вот этой штуки, ну, рулевого управления. Это очень удобно, потому что вы можете легко поворачивать, как бы все очень прогнозируемо, все очень круто. О, нифига себе, а кто это такой важный у нас едет? Смотри, смотри. Короче, ой-ой-ой-ой-ой. Кто это такие прям важные ребята на внедорожниках? Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь мотор трехрядный. Мотор трехцилиндровый, объемом 1,3, атмосферный. Ротокс 900. Ротокс 900 же здесь? Или Ротокс 1300, да? Только на спайдере. А 900 и стоит на всем остальном. Компания BRP делает этот двигатель, в принципе, исключительно для спайдера. Его мощность 107 лошадиных сил. Он соединен с секвентальной шестиступенчатой коробкой передач с задним ходом. То есть, естественно, вы не будете ногами, как мотоцикл, толкать эту громадину. Поэтому здесь секвентальная коробка, то есть сцепления здесь нет. Тормоз здесь, опять-таки, находится под ногой на руле. Его нет, у вас есть только газ и возможность переключать. Я сейчас покажу потом, как это все работает. У вас есть колонки, у вас есть ветровик, у вас есть кофры. Ну, в данном случае у нас кофры не самые большие, и не их всего два, вот они такого объема, вполне удобно для того, чтобы взять с собой какие-то вещи, водичку там, ну, для путешествий. Разные варианты есть, можно вот такую спиночку доставить, а можно еще один кофр, и в этот кофр сзади еще что-то убирать. Также впереди, если мы вот здесь нажмем, впереди у нас также находится такой вот багажник. Смотрите, видите, помещается шлем сюда. Хорошо, ну или все что угодно, все что сюда влезет, пожалуйста, перевозите. Это очень удобно, потому что, ну, на таких аппаратах в основном люди перемещаются на большие расстояния, путешествуют, и, естественно, им нужно с собой взять побольше багажа. У него мягкое удобное сиденье, вот такая вот посадочка. Посадка реально царская, вы сидите абсолютно расслабленно в мягком удобном кресле, у вас под ногой тормоз, ноги на площадках больших удобных. То есть понятно, что это комфортно, и так как у вас впереди два колеса, баланс вам держать не нужно, и большую часть дороги вы можете ехать вообще на круиз-контроле с одной свободной рукой, слушать музыку, смотреть по сторонам. Это такой... Это понятно, вот это как раз таки понятно зачем, да, подогрев ручек опять-таки есть, там вот здесь у меня есть... Как у газели, такой бардачок. Здесь есть провода AUX и USB для подключения мобильников, там, музычки и так далее. Соответственно, двоечка ваша тоже чувствует себя совершенно замечательно. Она сидит вот тут, или он, как у вас там принято, не знаю. Вот, сидит, держит вас ногами и наслаждается вот так вот. Вот так вот, вот примерно так. Примерно вот так наслаждается, смотрит по сторонам. Как видите, я не в экипировке. Потому что я на самом деле взял с собой всю экипировку мотоциклетную, но увидел, что ребята ездят просто в джинсах, в шлеме, как бы, и все. Потому что, ну, у них стоит система ESP, ABS, все возможное для того, чтобы ничего не произошло. Она регулирует там переворот, если кто-то переживает. Я как на нем только не валил, даже близко к тому, чтобы перевернуться, у меня не подходило. И как говорят, не то, что перевернуть, на три колеса поставить, ой, на два, на три колеса, вот оно, да, на два колеса поставить его практически невозможно.
Динамику я вам отдельно снял, вам сейчас Дима покажет. Здесь по серпантинам мы просто для красивого вида с вами прокатимся. Вот. Что я могу сказать? Ощущение мотоциклетности от этой штуковины определенно присутствует. То с вами даже мотоциклисты здороваются, что говорит о том, что они вас признают за своего. Определенно присутствует. То есть вот это все, ветер вот здесь вот. Но экип как таковой прям вот, ну блин, он не нужен, потому что, ну вот таких происшествий. О-хо-хо! Очень приятно она едет. Ё-моё, чуть птица в меня не врезалась. Очень приятно она едет. Но в поворотах надо понимать, что может возникать недостаточная поворачиваемость. Вот так вот мы ее закладываем сюда. Вот так, передачи клацаем вот так. Моторчик отзывчивый, хороший, но работает он только там после 6000 оборотов, прям там вот максимальный кайф. Смотрите, как я могу на ней хорошо наваливать. Получаю кайф на серпантине, определенно получаю, но в случае чего, я останусь внутри нее, скорее всего. Вот так вот прям. О-ху-ху-ху! Ребяточки! Тормозим, 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 тормозим. Опять-таки, на торможении вы тоже так сильно не переживаете, потому что на мотике все боятся перевернуться через руль, или боятся, что его снесет во время резкого торможения там. Боятся в поворотах там тормозить. Ну и нельзя, в принципе, да. А вот на этой штуковине вы можете очень хорошо шизгать. Я не уверен, что какой-нибудь мотоциклист вот с моим опытом, да, такой не очень опытный, что он вот здесь вот сможет ехать быстрее, чем эта штуковина. А эта штуковина здесь прям, ну, очень хороший кайф дает. Я просто специально эту дорогу выбрал, потому что по трассе, ну, вот, вот она. И жопа, жопа загуляла, и стабилизация включилась. Жопа загуляла, но дрифтить она вообще не дает. Ну, вообще не дает никак. Конкретно вот это. А та тоже, в принципе, вот, которая маленькая, тоже не дает. Гоняем, гоняем, кайфуем. Я вам реально говорю, чуваки, от этой тачки, от этой штуки, тачки, я не знаю, как ее называть. Это не мотик, да, как бы, это трицикл. Вот от нее можно кайфануть, можно получить удовольствие. А можно ехать вот, ну, вот в таком режиме, да, и вот так вот, типа, ну, я еду, мне руль держать не надо левой рукой. Я могу тут что-то там навигацию потыкать или еще что-нибудь. Могу вот так по сторонам смотреть, как красиво подумать. Офигенно. Вот, то есть можно вот так полностью на расслабончике, вот так передачки пощелкивая, и кайфовать. А есть они на автомате, кстати, то есть можно даже передачи не щелкать. Вот, пожалуйста, она одной рукой элементарно, очень легко и хорошо управляется. И не напрягаешься вообще. И динамика, в общем, неплохая. Также выхлоп ставится. Ставится выхлоп, и штука начинает хорошо наваливать. Ну, как бы звуком, да, наваливать так-то. Ехать она от этого, конечно, быстрее не станет. Вот, смотрите, как она разворачивается здорово. То есть радиус разворота, на самом деле, у нее реально маленький. Опа! Смотрите, не каждая тачка так развернется. И наваливаем. Ой, не, я передачу случайно. Смотрите, хорошо, как она идет-то прям. Очень хорошо. Я к ней попривык, и мне прям нравится. Прям можно кайфануть. Пока, когда с группой едешь, конечно, все едут очень медленно. И передачи очень понятно щелкаются, то есть как бы. Вот-вот, вот здесь снос идет небольшой передней оси. И, конечно, ну не хватает гражданской версии звука. Хорошая штуковина, приятная. Можно, можно. Знаете, ощущение такое. Ощущение, типа, как ты сидишь на квадроцикле, да, но не боишься перевернуться. На ней перевернуться сложнее, чем на квадрике. Потому что другая совершенно у нее история, да, архитектурная. Соответственно, ременная передача для заднего колеса. Ну и все, по сути, здесь достаточно все просто. Я так понимаю, по два А-образных рычага, амортизаторы. Бывают версии, где сзади есть пневмоподвеска, может опускаться, подниматься, и она более комфортная. Но для нас с вами, вот этот мотоцикл, мне кажется, для более старшего поколения, да, ну, либо для тех, кто
боится ездить на мотоциклах, но хочет путешествовать без крыши над головой. Вот, для этого он подходит очень хорошо. Но для нас с вами, для молодых и горячих ребят, в этом году вышел вот такой вот аппарат, который называется Riker. У него, или Riker, можно так сказать, если вам нравится нордическое произношение. Riker. У него есть два варианта двигателей. Есть 600 кубов, которые мы не будем рассматривать. Да кто вообще купит 600 кубов? Там 47 лошадей, по-моему, вообще не знаю. Да, это для ваших детей, да. Вот вы себе берете такой, а своему пиздюку вот такой вот. Это картинги поехали. Это не я здесь наелся, вобрал дерсо бобов. Это картинг так ездит. А здесь у нас стоит двигатель 900 кубов, также рядный трехцилиндровый, мощностью 77 лошадиных сил. И этот же самый двигатель стоит в снегоходах, и этот же самый двигатель стоит в гидроциклах, и этот же самый двигатель с турбиной стоит в Маверике X3, в котором 170 лошадиных сил, и который можно чипануть. Вот я почему об этом говорю, можно чипануть до 250. Вот если бы в этой штуке было 170 или 250 лошадиных сил, это была бы просто невероятнейшая бомба. Просто представьте себе, значит, у вас есть маленький, компактный, шустрый, на Kia-IB-шной подвеске спортивной с регулируемым задним амортизатором. У вас есть вот такая вот маленькая, компактная, смотрите, какой маленький, штуковина. В ней 77 лошадиных сил в данный момент, да. Но электроника настроена таким образом, что фактически там дрифтить или сжечь резину она не дает. Мы, конечно, попробовали, вы это увидите. Но если бы здесь было 170 лошадиных сил, это была бы вообще бомба. У вас нету страха того, что вы упадете на него. У вас нету ощущения того, что вы как бы не защищены, да, потому что здесь такое ощущение более защищенное. Он выглядит очень круто и привлекает очень много внимания. Это важная составляющая. То есть, когда вы едете на такой, невозможно остановиться где-то, чтобы кто-нибудь не подошел и не начал с вами разговаривать. И спрашивать, а что за техника, сколько прет, сколько жрет, вот эти все любимые вопросы. Да, он более простой, здесь нету вот этой кожи там повсюду, всяких круиз-контролей и так далее. Он в этом смысле более простой, но более дерзкий такой, более юркий, ну, молодежный. Вот эти панельки можно разных цветов ставить, менять. Все кастомизируется, все можно регулировать. Вот прям без ключей. Без ключей, смотрите, можно руль туда-сюда. Ну, как-то, наверное, можно. У меня что-то не получается. А, вот. Руль можно дальше, ближе. Для всего для этого не нужны какие-то ключи. Не надо ничего откручивать. Также можно с педалями. Здесь стоит вариаторная коробка, то есть вариатор. Здесь вообще ничего делать не надо. Здесь только тормоз-газ, спорт-режим, ралли-режим. Это, кстати, комплектация как раз ралли и называется. И можно пристегнуть отдельно вот для двойки такую сидушку. Можно пристегнуть также и кофры, которые здесь слева-справа. Ну, то есть, все, в общем-то, все понятно, да? И для того, чтобы прочувствовать на себе, мы отправимся с вами по серпантинам Краснодарского края. И там проверим, как же они ведут себя на дороге. Пойдем, Дим. Все, хватит. И так я слишком долго говорил. Невозможно просто меня слушать. 8,5 минут. Да? Жесть. Смотрите, вот это, чтобы завести, надо туда ручку чуть подать. Тогда она заведет. Здесь у нас, я уже говорил, вариатор. Вот, ручник вот здесь. Опа. Сейчас мы выдвинемся и прокатаемся. Вот эта штука, вот эта вот маленькая, я уже на ней, конечно, катался, она до 80 км в час что-то вообще не едет. И здесь, смотрите, здесь другая подножка, здесь у тебя всегда нога на тормозе стоит. Это удобно, это удобнее. Здесь маленькие зеркала, она ощущается очень легкой, очень такой податливой. И у нее есть режим
ралли, и есть режим спорт, который позволяет как бы... который позволяет тебе чуть больше, да, там со стабом. Но вот здесь просто еще обкатка, поэтому здесь такого нет. Вот. И эта штуковина, она вот ощущается как более легкая. Я думаю, не нужно объяснять, что дает легкость, да. Легкость — это такая более игривая манера езды на ней. Вариатор — это, соответственно, передача не пощелкаешь. Это уже не очень мне нравится. Вот, то есть вот она пошла после 90, прям пошла. Но если на той большой штуковине я ездил там типа 170, даже 180, то вот эта, она больше 160 не едет. Ну и слава богу, она это из-за того, что более легкая, она более юркая, она чуть больше рыскает. О, смотрите, смотрите, как меня сносит, видите? Это потому, что я передачей не могу себя докрутить вниз, резко ее клацнуть, и чтобы меня внутрь подкрутило. Но при этом как бы... она очень-очень юркая. Я думаю, что вот даже на таких серпантинах это, ну, даже не знаю, не совсем, наверное, ее. А вот если ехать по городу, да, и как бы так юрить, то вообще нормально. Вот, вот здесь вот, типа из-за того, что передач нет, я-то под передачи примерно понимаю, здесь передач нет. И смотрите, вот она не едет. Она так не ускоряется как-то. У нее почему-то как-то странно настроена то ли коробка, то ли двигатель. Вот, вот внизу прям не хватает на маленьких оборотах и на маленькой скорости. Не хватает, короче, ребята, у нее мощности. Но мне она нравится. Она какая-то вот дерзкая такая, козявка. И посадка немного не такая, да, расслабленная. То есть такая чуть более напряженная, в смысле более спортивная, да. Она вот такая более дерзкая, более юркая, что ли. И, кстати, я не упомянул, вот эта малышка с 600-кубовым стоит там от 700 тысяч. Вот такая максимальная 900 кубов, вот этот Rally Edition, да, она стоит 1 100 000, 900 кубов, тут другая подвеска, вот это все то, что я показывал. Вот, очень прикольно смотреть на собственные передние колеса. То есть, вот, знаете, ощущение такой некой Формулы-1, да, то есть оно тоже присутствует, потому что ты видишь свои передние колеса, очень хорошо чувствуются габариты, есть задняя передача, ну, что еще хотеть? Вообще все нормально. Ну, блин, как бы, ну вот не едут ребята вот по серпантину вот эти вот. Ну, что я могу сделать? Я же не могу их через сплошную обгонять. Финалочка. И вместе с ней вывод. Для кого же все-таки нужны трициклы? Мне стало абсолютно очевидно, что трициклы существуют для нескольких категорий людей. Первая категория людей — это которые очень хотят вот прям мотоцикл, хотят вот, вот этого ветра, да, в волосах, хотят запахи вот эти чувствовать, да, хотят небо над головой, но боятся по какой-то причине двухколесного транспорта, и, конечно, они себя гораздо спокойнее, увереннее будут чувствовать на трех колесах. Вторая категория — это уже состоявшиеся мотоциклисты, у которых реально произошла какая-то травма или еще что-то, среди нашей группы такие тоже есть, и которые по особенностям своего здоровья не могут ездить больше на мотоциклах, но опять-таки им хочется вот этого всего ветра в ушах. И третья категория — это люди в возрасте, либо очень обеспеченные люди, которые покупают такую технику, как игрушку, и я их прекрасно понимаю, и они на них путешествуют где-то по красивым местам, по интересным, хвастаются товарищам. Ну, если бы тебе было там типа 70 лет, 60 лет, вообще нормальная тема, ты сел, едешь, ты у тебя вот это вот, значит, ну вот, вот играет вот это вот все, да, но при этом, в общем-то, относительно безопасности. Мне эта тема очень понравилась. Я могу сказать, что получил удовольствие, пока здесь перемещался на них, но пока не для меня. Вот купить бы не купил. Вот если бы такая штука была на 170 лошадиных сил, вот тогда бы точно купил. Тогда прям просто... Я бы просто купил ее и вагон покрышек. И все, я бы только ездил по Москве, исключительно стоя на подножках, на передних, вот в таком положении газ. Ну что, друзья, это была Бородатая Езда, солнечный выпуск из Краснодарского края. Спасибо компании Квант, Квант Мотор, да? Квант Спорт, господи, почему я не могу запомнить, что спорт, да. Ну что, ребят, это была Бородатая Езда, всем привет из солнечного Краснодарского края. Спасибо компании Квант Спорт за то, что вывезла нас лоботрясов и выдала нам технику и всячески помогала со съемками. Ссылка на них будет в описании. А я отправляюсь в Москву, где тоже тепло, и меня ждут новые мотоциклы и новые автомобили, так что подписывайся давай, или хотя бы лайк прожми. Там люди какие-то незнакомые, что ты их снимаешь?